Всем привет, и с вами Марина, и вы на моем канале «Мой переезд в Болгарию». Прохожу мимо в Сарафово и увидела здесь клинику стоматологическую. Вот такой двухэтажный домик. Здесь была очередь даже. Вот. И хочу вам сказать, что, в общем-то, мне тоже как-то раз пришлось столкнуться здесь со стоматологической частной клиникой. У меня выпала пломба, и мне пришлось обратиться к стоматологу. В общем, лечение все было очень приятное, безболезненное, и все мне это обошлось в 60 лева. Вместе с пломбой, вместе с осмотром и вместе со всем. Вот. Так что медицина здесь немножечко подороже. Лечение зубов, я имею в виду. Но протезирование тоже я узнала приблизительно такое же, как и в России. В общем, вот так. Такая медицина в Болгарии. Кого интересует, это частный кабинет стоматолога в Сарафово. Если нужно, обращайтесь.